Что-то неясное и далекое, скрытое по ту сторону густого непроглядного тумана. Дорогие мне воспоминания, не успела я опомниться, как они исчезли. Я пыталась их вернуть, но они все исчезали и исчезали. Воспоминания о мальчике, с которым играл в детстве, или как участвовал в сценке. Но с течением дней все прожитые нами моменты постепенно растворяются в памяти. Какие же воспоминания необходимы людям, чтобы продолжать жить? Самоубийство. В словаре данному термину дается определение «намеренное лишение себя жизни». На протяжении тысяч прожитых дней и десятков тысяч, которые еще предстоит прожить, мы что-то чувствуем. О чем-то забываем. Если бы мне сказали, что я всего лишь смесь из огромного количества хрупких воспоминаний, это было бы слишком сложно для моего понимания. Я больше не хочу забывать. Не хочу забывать вещи или людей, которые мне нравятся.